В последнее время в прессе все чаще мелькают заголовки, что дикие животные держат в страхе города и поселки Карелии. Особенно достается волкам. Про этих серых хищников журналисты и пользователи соцсетей пишут с особым драматизмом. Что из этого правда, а что больше похоже на вымысел, попробуем разобраться с ученым Константином Тираниным. Дикие животные нет-нет, да и выходят к людям. И это правда, так было всегда. Причем не только в Карелии и России, но и по всему миру. Это неизбежный конфликт между человеком и природой. И сегодня у этого конфликта появились новые акценты. Людка, уходи! Ты сейчас домой зайдет! Первое, это вот наша информатизация, когда любое маломальское там, значимое событие или даже незначимое вдруг становится достоянием широкой общественности и приобретает зачастую гораздо большее значение, чем она по сути в себе содержит. С другой стороны, это проникновение человека в природную среду активное. То есть мы понастроили дорог прекрасных везде, а плюс к этому еще снегоходы всякие. Наши населенные пункты становятся все больше, крупнее зачастую. И этим обеспечивается постоянное столкновение человека и дикой природы. Вот этот конфликт, он все разрастается. А еще вырубки, развитие горнодобывающей промышленности, постройка дамб – все это забирает жилье у диких животных. И наше соседство становится все теснее. Кто-то из зверей выходит к людям в поисках легкой доступной еды, а кто-то, как бы странно это ни звучало, ищет у нас защиты. Бывало так, что на севере в тяжелых условиях оказывались копытные, которые не приспособлены для нашей республики. Например, косуля, она выходила тоже к человеку, в поисках какой-то помощи. И часто люди ее даже оказывали. По статистике, из крупных хищников чаще всего в населенные пункты выходят волки. Начинают это делать осенью, когда у них уже чуть подросло потомство. И им нужно уже начинать тренировать свою молодежь в охоте и приобретение охотничьих навыков. Ну и проще всего, конечно, делать это на жертвах поменьше, чем лось. Но они начинают, конечно, работать по собакам. И потом постепенно уже выпадающий снег, снова начинают волки приходить в населенные пункты, потому что в лесу уже им труднее становится добывать корм, потому что снег рыхлый и глубокий. Вот. И собаки становятся жертвами волков все больше и больше. Ближе к весне, когда снег в лесу перестает быть рыхлым и образуется наст, волки теряют всякий интерес к домашним животным. Ведь теперь они легко могут охотиться и в дикой природе на своих основных жертв – лосей. Но иногда сам человек заставляет волка выйти в люди. Например, такая ситуация, когда осенью, к примеру, охотники охотились на волков и добыли пару матерых. И стая остается без своих вожаков, это в основном там молодежь осталась. Зачастую может быть молодежь, которая еще не приспособлена к настоящей охоте в лесу. Естественно, они будут специализироваться на том, что для них будет более доступно. Это там собаки у населенных пунктов, например. Появление так называемых волков-специалистов действительно может стать серьезной проблемой для близлежащих поселков. Зима 2011-2012 года в поселке Новое Машезеро, это Беломорский район, 56 нападений, 56 собак за эту зиму волки с одного поселка сняли, например. Бывает там поселок Кубово, я помню, там какой там 6-й год или какой, 15 собак. В наших силах уберечь домашних животных. Для этого немного и надо. Надежный вольер и не допускать самовыгула, особенно в сумерки и ночное время. Но многие переживают не только за питомцев, но и за самих себя. Ведь нам с детства внушали, что волчок непременно укусит за бочок. Если мы будем говорить о том, охотятся ли волки на человека, то, конечно же, нет. Волки не рассматривают человека как свою потенциальную жертву.
Все дикие животные панически боятся человека, и особенно там, где они часто с человеком встречаются, потому что они знают, что у человека есть страшная громыхающая палка, которая, в общем-то, решает исход этой встречи. Конечно, как и в любом правиле, бывают исключения. Во-первых, напасть могут животные, зараженные бешенством, но эта болезнь не регистрировалась в Карелии уже многие десятки лет. Во-вторых, опасность может представлять старый больной волк, не способный охотиться в дикой природе. Но опять же, в республике таких случаев не было. Правда, некоторые могут вспомнить разгневанный пост жительницы Надвоец в 2019 году, которая утверждала, что ее ребенка покусал именно волк. Но я не знаю результатов, то есть у меня нет таких данных, что вот это животное было освидетельствовано и действительно оценено, как что это был волк. Возможно, это был гибрид, возможно, это была... Ну, я не знаю, то есть вот какая-то незавершенная история. Также не всегда стоит паниковать, если кто-то из соседей рассказал, что видел в вашем поселке следы этих серых хищников. В большинстве случаев в итоге они оказываются собачьими. В интернете на этот счет огромное количество советчиков, которые вам обязательно расскажут, что след волка совершенно точно отличается от следа собаки. Вам достаточно при себе иметь спичку, например, или палочку, и вы положите, значит, эту спичку в след волка, и увидите, что два средних отпечатка пальцев, они четко, значит, отделяются от других, и вот тут вы поймете разницу. Ничего подобного на самом деле. Для неспециалиста отличить след волка от следа собаки практически невозможно. Дело в том, что и следы остаются на разных грунтах, разные грунта, они, подвижность разная, и, в общем, след по-разному отпечатывается, и волк тоже может передвигаться на разных аллюрах, галопом, рысью, там, как угодно. Теперь про медведей. Они тоже могут выходить в населенные пункты. Их туда манят ароматные свалки с пищевыми отходами или неглубокие захоронения. Самого человека и его жилище медведь предпочитает обходить стороной. Очень длительная история сосуществования человека и медведя в нашем регионе. И медведь совершенно точно знает, что ничего хорошего тут от человека как бы не ждет и старается держаться в стороне от него. Любопытно, что косолапые, обитающие на северо-западе, считаются самыми миролюбивыми. А вот в более суровых регионах, наоборот, эти хищники ведут себя весьма агрессивно. Медведи, которые обитают в Сибири, на Дальнем Востоке, там, они все-таки больше привязаны к годам урожая, не урожая определенных пищевых ресурсов. И тогда медведи действительно представляют большую проблему. Появляются и шатуны, и те, которые вот, заходят в населенные пункты. И вот проблема стоит гораздо более острой, чем у нас. Посмотрите, рысь на дереве прямо. В последнее время появляется все больше видео, как по карельским городам гуляют рыси. Ролики набирают тысячи просмотров. Многие умиляются, но мало кто знает, что, вероятнее всего, это грациозное животное доживает свои последние дни. Как правило, то есть в 99% случаев рысь, которая выходит к человеку, к человеческому жилью, она уже все на последнем, так сказать, ей уже немного осталось, и обычно эти животные погибают. То есть, и потом, когда осматривали погибших животных, они всегда крайне истощены, либо же ну, у них какие-то заболевания развиваются, то есть серьезные, которые уже не позволяют им охотиться в дикой природе. Конечно, бывают и другие причины выхода диких кошек. В основном это котята, которые остались без матери и просто еще не умеют охотиться в лесу. Вот и пытаются найти хоть что-то съестное в наших помойках. А если повезет, поймают гуляющую кошку. Город сортовала, заправка ТНК. Ну, в принципе, все нормально. Что тут такого? Лисица ходит по заправке. Эй, подруга! Лисы тоже приходят к нам за легкой пищей, и люди часто им в этом помогают. Многие охотно снимают трогательное видео, как рыжая хищница ест прямо из рук или заглядывает в окна. На самом деле не все так безобидно. Лисичка – дикий зверь. Она должна жить в природе и заниматься тем, чем должна лисичка – мышковать, ловить мышек. Вот чем должна заниматься лисица, а не есть конфетки из рук. Она привыкнет к человеку, то есть она уже будет все равно где-то рядом с нами здесь крутиться. Возьмет ли ее человек себе на попечение, то есть уже навсегда, то есть сделав ее своим спутником жизни, или нет? Нет, конечно, не возьмет. Он побаловался, и все. А дальше что? Что она будет делать? Она будет ходить по помойкам, там где-то еще что-то. Получается, прикармливая лису, человек просто обрекает ее на верную гибель. Причем это касается всех диких животных.
Бедненький, он такой пуганный какой. Миша. Эй, парни, погодите, дайте нам-то покормить тоже. Когда люди начинают просто безграничную глупость свою проявлять и начинают кормить медведей, это вообще, конечно, нонсенс. Такого просто нельзя. Потому что они сразу же подписывают смертный приговор этому медведю, вот, а иногда и своим же собратьям людям. Он мгновенно превращается в попрошайку, мгновенно. И переход от попрошайки к нахлебнику и к грабителю у него происходит просто мгновенно. Вот. То есть сначала он просит, а когда ему не дают, он будет требовать. А вы представляете, если будет требовать медведь, это силище невероятное. Все, поехали, я боюсь его уже. Поехали, козуй! С хищниками разобрались. Но что, если город навестило вполне безобидное травоядное животное? Например, лось. Скорее всего, он так спасался от хищника. Или он совсем молод и просто-напросто заблудился. А сориентироваться в городской среде ему очень сложно. Не стоит думать, что лось – это просто «Ой, вот сейчас я с ним сфотографируюсь». Опять же, нет ничего подобного. Опять же, в сети можно найти роликов много. У нас-то это редкий случай, а вот в Северной Америке это просто постоянно. И, допустим, в соседней Швеции тоже такое случается. В Норвегии, там, где численность копытных гораздо выше, чем у нас. Вот. Бывает так, что лоси в период гона – они уже совсем ничего не понимают, бодаются совсем подряд, могут с машинами бодаться, там, друг с другом, ну и на людей тоже могут агрессивно себя вести. Да, случаев нападения диких зверей на людей в черте городов и сел Карелии не было. Но это не значит, что с лесными гостями не надо быть начеку. Ну, ни в коем случае не надо приближаться к животному. Потому что даже если это будет не медведь, там волк или, например, та же самая рысь, которая уж точно никак не рассматривает человека в качестве своих пищевых объектов, но животное, загнанное в угол, оно опасно в любом случае. И находящаяся в стрессовой ситуации, она определенно, находясь в нашей человеческой среде, находится в стрессовой ситуации, ну, это опасно. Попробуйте вытащить раздосадованную кошку из-под дивана, что вы получите. Медведь и рысь – совсем другая история. Залезайте обратно в свою машину, зайдите в магазин, в подъезд. Там, ну, то есть в любом случае не нужно, опять же, как я говорю, бежать и там вести репортаж с места событий, потому что это все очень опасно. Лучше всего скрыться и набрать телефон. Службу спасения, пусть среагируют специальные службы, пусть они как-то это решат ситуацию. Либо вывезут это животное, либо еще что-то. Дикие животные заходят на территорию человека, но согласитесь, человек тоже заходит на территорию зверей. И от этого никуда не уйти. Мы не можем это полностью предотвратить, но в наших силах свести к минимуму случаи вторжения хищников. Прежде всего, мы, конечно, должны убрать все возможные ресурсы, которые привлекают их к человеческому жилью. Это все свалки, помойки, все доступные пахнущие там пищевые объекты. Мы не можем требовать от животных, чтобы они жили по каким-то правилам и что-то исполняли. Наверное, все-таки мы должны для себя выработать какие-то, ну, цивилизованные основы общения с животными и взаимодействия. А участившиеся призывы людей в соцсетях начать массовое истребление тех же волков ученые не поддерживают. Во-первых, такой опыт в истории уже был и повлек за собой массу негативных последствий. А во-вторых, есть еще один весомый аргумент. Я не думаю, что просто у человека, как у биологического вида, появившегося на этой планете, есть больше прав на эту планету, чем у любого другого вида. Все имеют равные права. Нужно сходиться, наверное, на этом.